Всем привет, канал Миллион Абдулла. Сегодня случилось ужасное событие. Алексей Атом сегодня мне позвонил, и мы с ним встретились. Вот он приехал ко мне, чтобы снять обращение. Сегодня у нас очень печальный день. Да, траурную новость принес сегодняшний день. Сегодня ушел из жизни наш любимый учитель, наш тренер Юрий Викторович Федин. Все очень долго боролись за то, чтобы сохранить ему жизнь. К сожалению, судьба распорядилась иначе. У него осталась его семья, две прекрасные дочери, сын и жена. Сегодня 26 число. Апреля 2015 года. Прощальная церемония будет 29-го. Под роликом в описании будут ссылки на канал Юрия Викторовича, где будут указаны реквизиты, куда можно перевести средства для оказания помощи в организации похорон и для поддержки его семьи. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия Викторовича Федина. Для нас это невосполнимая утрата. А также тем, кто любил его, поддерживал, уважал, мы говорим спасибо.